Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Wild Castle. Так, улучшить лучников. У нас с тобой 22 тысячи монет. Слушай, а может быть нам лучше с тобой не лучника улучшить, а купить персонажа? Слушай, Валькирию, как думаешь, а? Если мы ее приобретем, что она вообще умеет делать? Призывает 4 ангельских воителей, наносящих 150% урона на 20 секунд. Слушай, я, наверное, куплю Валькирию. Ну, а сначала мы с тобой в битву. Конечно же, битва, ребята. 21-я волна. Мои братишки тут бомбят вовсю. Так, погнали, погнали. Защищаем наш замок. Так, ну-ка давай-ка фаерболом сюда. Отлично, все погорели. Пушка, бомби. Слушай, а что так много врагов-то? Эй, тихо, красавчики. Угомонились. Так, лучники, огонь. Да что ж вам не сидится-то, а? Мелкие вы засранцы. Но здесь мы выживем. Это я тебе точно говорю, потому что сейчас я выпущу наших копейщиков. Так, прожимаем. Да, друзья мои. Все, победушка. Волна зачищена, опа-на. А у нас еще и бонус есть. Ну вот теперь я точно себе куплю Валькирию. Ну-ка, давай посмотрим. Вот она. Купить. Повысить. Нужен 21 уровень. О-оу. А если я вот так вот? И знаешь, что я хочу сделать? Улучшить замок. Но у меня не хватает денег. Кстати, а как у меня поживают вообще мои работяги там? Как мне к ним пробраться теперь, скажи-ка мне на милость. Так, у нас с тобой нету, да? Очков, навыков нету. Город. Золотая шахта. Новый уровень тоже не поднять. Городская ратуша. Улучшить. Слушай, замечательно. Недостаточно золота. Так, ну что? Вроде бы неплохо. Корабль куда-то там полетел, я смотрю. Абрикосовая рыжина. Доставка. А вот это что такое? Чтобы здесь подраться, нам нужно 10 свитков, так? Ладно, пока... Тут еще, видишь, что-то. Победите 30 волн. Так, если мы с тобой победим, что нам откроется? Надо смотреть. В данный момент мы с тобой на какой волне-то вообще находимся? Скажи-ка мне на милость, на какой волне мы находимся? 22-я. А ну-ка. Воу. Вот они. Ну, я бы не сказал, что это какие-то ангелы. Бойцы, да. Ну, не ангелы, это уж точно. Так, тихо, хорош буянит. Блин, по-моему, мне надо заниматься уже прокачкой именно своих бойцов. Потому что, ну, мы так далеко с тобой не уйдем. Рано или поздно нас просто здесь сметут. Давай мы с тобой на вторую скорость поставим, чтобы это все дело быстрее проходило у нас. Что-то Валькирия такая дорогущая. Ну, не знаю, ребят, так себе, по-моему. Может быть, я, конечно, ошибаюсь. Ну вот, судя по тому, что мы имеем, мне не нравится. Так, ладно, давай мы с тобой, наверное, новый уровень повысим. Так, новый. Недостаточно золота. А чтобы перевести нам... Ой, 31 уровень нужен, ё-моё. Чё-то как-то все так дорого. Погнали. 23-я волна. Шинкуем. Так, нам нужно с тобой, видимо, еще улучшать замок, скорее всего, да? Для того, чтобы у нас появились новые ячейки. И вот здесь вот тоже появились новые пушки, которые мы потом сможем с тобой купить и построить. Ну, давай, прожимаем. Так, пока все хорошо. И последних хлыщей замочили. Замечательно. Так, взять, ну, конечно, взять. Так, итого у нас 10 тысяч, поэтому я буду улучшать свой замок. Вот, видишь, все-таки у нас есть, ребята, ячейка.
И мы можем с тобой... А что такое казарма? Периодически призывает двух солдат, атакующих врага на протяжении 30 секунд. Призванные солдаты — люди. Старое дерево. Это что такое? Пора подумать о старости. Дополнительный опыт 10%. А монолит периодически призывает камнестража, атакующего врага на протяжении 20 секунд. Призванный камнестраж — конструктор. О, даже как. Окей. А, у нас еще и здесь ячейка открылась. Все, друзья мои. Блин, я кое-что там забыл посмотреть. Ё-моё. Ладно, после битвы этой посмотрим. Ну-ка, пушка, давай. Ну, пока держим. Половина волны уже прошло. Ай, как хорошо, а. Выходим, выходим. Атакуем. Так, нам нужно с тобой пройти, насколько я помню, 30-ю волну, да? И что-то у нас там новое с тобой откроется. Вот это что здесь такое у нас? Ага. Есть очко навыков, поэтому я, наверное, знаешь, что сделаю? Перезарядка героев, наверное, или опыт. Давай опыт. Новый уровень с тобой возьмем. А так, 5000 голды у нас с тобой есть. Мы можем кого-нибудь сюда еще поставить? Дроу... Так, темный разведчик, проповедник. Вольный камешек, что он делает? А, защита замка, понял. А химик дополнительное золото нам дает. Все, врубился. Так, наг. Призывает волну, отбрасывающую все наземные цели. И по 150% урона каждая. Это волна, что ли, наносит только, да? Мурчельмак. Швыряет разрушительный орб, наносящий 4... Нифига себе. Вот его бы я поставил, наверное. Мурчеля этого. Призывает 4 ядовитые кометы, которые наносят 150 урона и снижают защиту монстров на 10% на 2 секунды. Либо Мурчеля возьму, либо Лесного Духа. Не знаю, пока еще не определился, ребята. Насколько я могу понимать, друзья мои, у нас будут здесь потом со временем еще и летающие юниты. Пока, как мы видим, только наземные. И если не ошибаюсь, после вот этой волны в конце должен пойти... босс, потому что волна 25-я. Круглая, да, так скажем. Так, может быть, нам замедлится чутка. Будет босс или нет, я не знаю. Сейчас посмотрим. Да. Идет, идет, этого мы с тобой уже видели прежде. Так, активируем. Шикарненько. Давай так сделаем. Ёлки-палки, он идет. Стражи, 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 где они? А где стражи-то? Победили мы его, все, шикарно, ребят. Так, взять. Ну, итого 16 тысяч, поэтому мне должно хватить. Где у нас там этот Мурчель? Или все-таки взять нам Лесного Духа? Тут еще Йети, а почему он закрыт? Ага, открывается в испытаниях с кораблем. Давай все-таки я, наверное, Мурчеля возьму. Мне нравится, что он бросает какой-то там... орб, и этот орб наносит 400% урона. Я думаю, это должно быть великолепно. Блин, я... что такое? О, друзья мои, у нас с вами есть автобой, но его надо покупать. То есть мы с тобой за голду можем купить автобой. Это шикарно, на самом деле. То есть нам не придется периодически с тобой вот это делать, и это уже действительно больше похоже на Grow Castle. Или кат-робот. Так, ага, вот он как бросает свой орб. Мне нравится. Тыдич. Так, на 30-й волне у нас с тобой что-то откроется новенькое. Поэтому я хочу дойти сегодня до 30-й волны. Тут, как ты видишь, все хорошо, все на изи. Ежедневные предложения. Спасибо большое, я как-то без них обойдусь. Так, вот здесь вот дилемма. А вот этот когда откроется? Блин, да что за испытание с кораблем, а? Либо опыт, либо монеты. Я не знаю, давай монеты. Теперь, когда я прокачал монеты, мне кажется, лучше бы доска лидеров. Вы можете придумать имя. Конечно, я хочу изменить. Да это не имя. Сейчас будет имя вам. Так, давай-ка мы с большой буквы с тобой напишем, да? Вот так вот. Но... вот совсем другое дело, ребята. Я вот здесь вот нахожу, на доске лидеров.
Ну, не на самом дне, конечно, но и не на самом верху. Ну что, я готов к следующей битве. Поехали. Вызываем. Когда будет совсем туго, мы с тобой просто орб забрасываем и все, да? Вот таким образом. Сжигаем тут всех. И замораживаем. По красоте, на самом деле. Вот пушка мне не нравится, если честно. Я бы, наверное, пушку поменял, потому что, ну, как бы от нее толку мало здесь. Да, она отшвыривает врагов, но это несущественно, я бы так сказал, наверное, да? Так, давай, наверное, прокачаем с тобой. Вот так вот сделаем. Новый уровень. Недостаточно очков таланта, понятное дело. Слушай, зато у меня достаточно денег, чтобы поставить. Так, пора продумать ход битвы. Дополнительное золото 5%. Оу, но это стоит 10 тысяч. А тут дополнительный опыт дают. Так, у него быстрая атака наносит большой урон. Слушай, может быть, вот это возьмем? Так, на 14 уровне он получит повышение. На 14 уровне. Ну, как бы понимаешь, да, что прокачка должна быть лютая здесь. Так, а мы с тобой двигаемся дальше. У нас 28-я волна, скоро 30-я. Надо, кстати, посмотреть, что с этим кораблем-то нам делать. Ага, вот он, стреляет. Ну, в принципе, ребята, все очень даже хорошо. Конечно, хотелось бы мне просмотреть на прокачанные вот эти вот наши башни и на новые навыки наших бойцов. Но я думаю, что со временем мы все это с тобой увидим. Главное, что денежка капает, и мне от этого как-то приятнее на душе, потому что я могу себе позволить что-нибудь купить. Причем даже не использую пока навыки наших персонажей. 15 тысяч, окей, улучшаем замок. Ага, вот у нас еще с тобой открылась ячейка. И здесь мы можем. Можем, но не будем пока. Так, битва. Блин, я же хотел посмотреть этот городок свой. Надо что-то решать с дирижаблем, я думаю, да? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, валим. Так, стоп. Вызываем армию. Так, Мурчаль, давай свой фаербол. Вот так вот. Жалко, они не могут, как в Кат-робот, да, сами бомбить. Надо обязательно кликать на них. Так, а вот теперь я точно перейду в город и посмотрю. Корабль. Колония. Битва. Посмотрим, справимся ли мы здесь. Каждая захваченная деревня, по-моему, нам приносит золото, насколько я помню. Поэтому как бы это в наших интересах. Как можно быстрее ее разбомбить. И что-то мне подсказывает, у нас это очень даже хорошо получится. Давай. Жалко, выше двух не поставить скорость, это максималка в данный момент. Поэтому наслаждаемся тем, что у нас есть. Опа. Так, Мурчаль, давай. Ускоряем. Вот не хватает, ребят, не хватает мощей, чтобы все это было намного быстрее, да? Так, ладно, сделаем с тобой таким образом. Недостаточно манны. Так, ну дикий замок, я думаю, сейчас уже падет. Буквально с минуты на минуту. Мы еще получили с тобой новый уровень. Давай, ребят, нахлобучиваем. Да что там. Ну-ка, поможем маленько. Есть, победа. Плюс 10 свитков. Так. Абрикосовая рыжина 3. Я не знаю, сможем ли мы здесь с тобой. Мне кажется, вряд ли. Поэтому я пока не буду рисковать. У нас с тобой 15 тысяч голды. Что-то здесь я получил. Улучшает городскую ратушу. Улучшить. Ага. А улучшение что дает? Так, смотри-ка, у нас там уже. Так, и все, да?
У нас, видишь, тут потихоньку обрастает наша деревушка. То есть вы уже тут видишь шалашики рядышком, да, возле городской ратуши. То есть все окей. Так, 8000, поехали. 30-я волна, кстати, здесь будет, друзья, босс. Посмотрим, что здесь за босяцкий такой будет. Опа, опа, уже летающие юниты, смотри. Нифига себе. Они, оказывается, еще и стреляют какими-то ядрами. Мало что не летят, они еще и стреляют, а? Ну-ка, Мурчель, давай, на, всем там устрой. А вот и босс. Замораживаем. Так, надо снизить скорость, что-то как-то. Да мы должны его побить. Давай, 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 родные мои. На, получил поддых. И бабуль забираем. Ну, итого 23 тысячи плюс очко навыков у нас есть. Давай-ка мы, наверное, с тобой все-таки на золото все это спустим. Город, корабль. Так, вот здесь у нас... Вот, ребята, что-то новое, испытание. Проходите испытание, чтобы открыть новые штуки. Битва. А какие именно новые штуки, не пойму. Не пояснили. Тайное испытание оснащения. Вот оно как называется. Четко, а, применить. Так, давай, наверное, ускоримся с тобой здесь маленько. Эй-эй-эй-эй, это кто там еще такие? Ну-ка, армия пошла. Но здесь мы пройдем с тобой, 100% я тебе говорю. Ой, какой босс-то? Предупреждали бы, что здесь еще боссы будут. Мурчель. Блин, недостаточно. А, мы его так победили. Испытание завершено, и мы с тобой нашли шахтерскую кирку. Так, и что у нас? Награда, откройте. Так, откройте, откройте, откройте. Ага, это у нас... О-о-о. Ничего себе, скажу. 3000 мощей? Да ладно. Так, а куда вот это вот... А здесь, смотри-ка, сколько... А, 100 волн мы должны пройти. А куда эту кирку можно применить? Вот что мне интересно. Эта кирка, ну, 100% она куда-то должна... Так, подожди-ка, вот здесь. Ага, вот. Доход от шахт 10%. А, еще можно улучшать ее. О. Так, итого у нас с тобой. Это манна. Это ОЗ замка. А здесь, видишь, можем какой-нибудь вид оружия взять. Ну и первый вид оружия, которому я могу купить себе, это урон лучника плюс 15%. Кстати, это неплохо для лучника. Да? Лучники — это здесь наша основная, как говорится, боевая единица, поэтому есть смысл. Тут как бы на все нам нужны деньги, но я тебе скажу следующее, что нам надо поставить вот сюда какую-нибудь башенку. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, что это у вас тут? А чему мы удивляемся, друзья мои? С каждым разом все будет сложнее и сложнее здесь играть. И, как говорится, выживать. Так, это можно повторять этот уровень, да, я так понимаю, до бесконечности. То есть на нем просто... фармится. Так, ну мне надо. Эть. Блин, как же тут. Что такое опять? Город. Город можно улучшить бонусами. Варочная. Так, мастерская. Ага, кузнец. Урон героев. Нет, это конечно все хорошо, но ты посмотри ценники. 25 тысяч, 50 тысяч. Да куда? Купить. У меня денег не хватит, чтобы что-то купить. Так что пока я пас. Давай-ка в битву. Мне вот здесь нужно приобрести хоть что-нибудь еще. Четвертую башню я хотел бы приобрести. А уже потом там думать о всяких бонусах, согласись. Блин, какие вы шустрые, а? Мурчель, давай. На-ка.
Победа. Даже не сомневался. Ого, деньжатки перевалили. Посмотрим, что за камнестраж и что он тут вообще будет делать. Битва. Да это есть камнестраж? Я вас умоляю. Блин, если бы я знал, что это такой мелкий хмырь, конечно, я бы его лучше бы не брал. Ну, что сделано, то сделано. Такой... А он там чем-то стреляется, что ли? Нет, ну, может быть, если его прокачать супер круто, тогда, может быть, будет какой-то толк от него. Но в данный момент я ничего хорошего в нем не заметил. Мурчель, давай. Я еще, знаешь, это до 40-й волны не дошел, а уже в голове сижу и думаю, как бы мне пройти 100-ю волну. Угу. Наверное, никак. Кстати, на следующей волне, на 35-й, ребята, будем ожидать с вами босса. Так, что нам прокачать? Так, урон лучника 10%. Это, кстати, хорошо. Интересно, в этих играх вообще есть какой-нибудь конец или нету? Или они бесконечные? Кто не знает из вас? Тихо-тихо-тихо, толпучка такая идет, хорош. Блин, даже огонь, ты заметил, что он не уничтожает теперь врагов полностью? Так, ну-ка. Сейчас босс пойдет же. А вот и босяра, друзья мои. Мурчель. Нет, тут все-таки лучники тащат. Замечательно. Так, прокачиваем. Почему не могу? Новый уровень, все. Так, что у нас? 24 тысячи. Если я, например, начну прокачивать, какой там уровень нужно? 11. Да, и ценник-то, друзья мои, растет, растет, растет с каждым улучшением. Причем довольно-таки солидно растет. Я надеюсь, от этого будет какой-нибудь толк полезный, да? Так, применить заклинание. Давай, 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 не пропускаем никого. Ни души. Лучники, конечно, пытаются, ребят, нам тут помочь. Так, у нас с тобой УЗ что-то тратится. Все, победушка. Так, я их наказал. Девять тысяч, ну это мало. 9000 монет, ну что я за них куплю? Ничего, друзья. И заклинание тоже как бы ману нужно приберечь, потому что, ну, ты сам видел. Враг как-то все сильнее и сильнее становится. Он с каждой волной, по чуть-чуть, по микронам, но он прибавляет именно по силе. Так что надеяться на то, что тут будет все изи, не стоит. Так, возьмем бабло. 27 тысяч. Так, мне, наверное, хватит на прокачку. Хотя вряд ли. Так, смотри, повысить. И что он будет? У него быстрая атака наносит ужасающе большой урон. Повысить. А следующее улучшение будет на каком уровне? Покажите мне, пожалуйста, на 31-м. О-хо-хо-хо-хо. Так, может быть, этого хлопца нам? Слушай, он дорого стоит. Этот хлопец очень дорого мне обходится. Битва. Блин, самое плохое, что эта баллиста наносит всего лишь одному юниту урон. Ну, ты понимаешь, да? У нее не массовая атака. Может быть, нам выгоднее было, конечно, прокачать вот эту вот баллисту. От нее, мне кажется, было бы больше толку. Ё-моё, ну... Замечательно. Скоро, кстати... А, так, тихо. А это у нас что? А, скорость. Скорость, кстати, тоже, ребята, нужно прокачивать. Поехали. Я вот думаю, может быть, нам с тобой сейчас пойти... да пройти какое-нибудь испытание, событие. Что скажешь? Получить новые какие-нибудь плюшки. Я думаю, они лишними не будут. Тем более, это в нашем-то положении. Наверное, мы так с тобой и поступим, да?
Воу-воу-воу, как они строчат. Я представляю, если мы с тобой лучников прокачаем по полной программе. Вот они там будут вжаривать. Есть контакт. Ну-ка, дай-ка я зайду в город. Так, что здесь такое? Блин, я совсем забыл, что здесь нужно деньги еще. Кораблик. У нас есть испытание. Давай попробуем вот здесь вот пройти. Не уверен, но надо постараться, ребят. Если мы пройдем, мы получим с тобой гоблина. А уж насколько хорош этот гоблин, шиш его знает. У нас еще до сих пор, кстати, не все лучники докуплены. Ты посмотри, двоих так точно не хватает. Слушай, по-моему, все у нас нормально, да, получается? Мы как бы их сдерживаем. Сейчас волна уже закончится. Ну да, гоблин будет наш, судя по всему. Что такое? Перезарядка навыка? Ох! Босс идет, друзья мои. Ну? Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Фью! Так, ребята, испытание завершено, и мы собрали с тобой гоблина. И денег у нас с тобой 22 тысячи. Колония. Секунду. Так, прокачка здесь, да, у нас? А нужно 25 тысяч. Это что дает нам? Оза замка плюс 10%. Ну, блин, фиг его знает. Так, давай-ка мы, наверное... Ой, не то нажал, блин, я хотел... Ай, ладно. Эй-эй-эй-эй. Потише, так, новый уровень. Очко талантов мы получили. Ой, тут же босс будет у нас, точно. Поэтому с манной нужно поаккуратнее, потому что она нам пригодится. Сейчас выйдет. Где он? Видишь его? Вот он, идет, супостат. Ну, мы его тут запинали. Тьфу. Хлыщ какой-то на самом деле. Так, деньги берем. Итого 44 тысячи. Подожди к секунду. Мы здесь с тобой сейчас новый уровень. Так. Замок, что ли, может быть, нам... Подожди-ка, я докуплю лучников. Ага. Так, и улучшим замок. Так, еще. И еще. 7500. Не хватает. Ну, как-то вот так вот пока. Ну что, ребята, очередная битва. Погнали. Да, было столько денег, мы могли бы с тобой, конечно, там купить кое-что для нашего замка. Если честно. Ну тут, видишь, тут выбор. Либо... О, а ты смотри, как нас тут быстро с тобой... Что за дела, ребят? Вот наше здоровье нашего замка. И ты посмотри, как они нас тут чуть не разобрали. Чудом выжили. Так, ну что, давай еще разок. Посмотрим. Ну-ка. Прекрасно. Нет, пушку надо менять. От нее, ну, на самом деле, друзья мои, толку, ну, ноль. Отталкивает там слегонцушки врагов. Ну, и не более того. Так, ладушки, давай. Сколько у нас с тобой? 12 тысяч. Здесь 25 минимум нужно. 25 минимум. То есть, я так понимаю, раз, два, три, четыре. Четыре улучшения мы всего сможем с тобой поставить. Поэтому нам, как говорится, нужно будет выбирать. Открыть новинку. Замок. Так, подожди-ка, уровень 30. Замок. Стоп. Ратуша. А какая? Восьмой уровень, понял. А где чертежи, чтобы доставать, нам нужно, по-моему, идти вот сюда, да? Точно, ну что, попробуем здесь с тобой, наверное, сразиться. А ну-ка, лучники. Впаяли, как говорится, по полной программе. А где этот помил? А, вон он. Я его уже потерял, он вон он здесь стоит. Бомбит потихонечку там.
Так, лучники, давай. Да, ну тут как-то сложновато у нас идут дела. Вообще сложно. Ну, половину здоровья мы уже отняли у замка. Сейчас мы с тобой... Да нет, не сейчас. Я бы хотел посмотреть, как это выглядит на автобое. Как он бомбит. Было бы интересно глянуть на это все дело. У меня мана, кстати, кончилась. Вот что я тебе хочу сказать. Да ладно. Она еле-еле копится там. Да вы серьезно, что ли? Ну... Пипец. Сейчас мы с тобой завалим этот дикий замок. Если, конечно, меня не завалят быстрее. Да нет, мы должны тут пробиться. Все, друзья. Эти 10 свитков мы получаем. И вот за счет свитков мы уже с тобой можем улучшиться, да? А здесь 25 тысяч надо. Поехали. Игрушка вообще, ребята, нет в ней никаких сложностей, замысловатостей. Единственное, что да, приходится вот это все контролировать. Потому что автобоя нету, здесь никто за тебя не нажмет кнопочку лишний раз, да? Чтобы защитить свою базу. Так, тихо. Замечательно. Так, бабульки предлагают нам. Ну вот, 45 тысяч. Что мы хотели с тобой приобрести? Я хотел зайти в город и здесь купить улучшение. Давай вот так вот. Хопа. Ну-ка. Ну да. Вот у нас здесь с тобой мастерская находится уже. Слушай, а вот эти вот пробирки, они же куда-то идут. Я вот не помню. Пробирочки эти. А, погоди-ка, критический шанс лучника плюс 5, да, не... Воу. Конечно. Так, нам надо будет с тобой купить какой-нибудь вид оружия. Ну, первый, который я вижу, это вот урон лучника, это стрела. По дешевке, да, тут ОЗ замка, ОМ замка, а у нас тут ОМ замка плюс 50. Плюс 20%. А смысл тогда, я не пойму. Так, защита зам... Странно. Ладно, давайте, ребята, еще один боючек с вами сыграем. Нет, до 45-й волны дойдем сегодня. Если дойдем, конечно, что-то тут. Хорошие ребятулечки. Смотри, что тут творят, а. Ну-ка, вжариваем. Они с этим гали... За големом, за бедолагой бегают. Видишь, все на него переключаются. Он их, как грубо говоря, отвлекает. Так, давай дальше мы с тобой новый уровень сделаем. Так, что я хотел? Ну, пока ничего. Поехали. 45-я волна, ребят, здесь будет у нас босс. Так что подготавливаемся, да? Сюда влупим. Как же я обожаю смотреть, когда враги здесь погибают. Причем так хорошо и легко. На тебе. Так, а здесь у нас опять слизень. Да, слизень вообще ватный, смотри. Тюх, мы его моментально разобрали. Прекрасно. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.